Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 818. Подумайте, по какому правилу составлен ряд чисел, и найдите три следующих числа. Пункт А. 20, 22, 24. Но тут видно, что числа, которые стоят рядышком с друг другом, отличаются на 2. То есть, чтобы получить следующее, нужно к предыдущему 2 прибавить. Поэтому следующее 26, 28 и 30. Пункт Б. 2, 4, 8, 16. А тут каждое следующее число в 2 раза больше предыдущего. Поэтому 16 нужно умножить на 2, чтобы получить следующее 32. Дальше 32 на 2 умножаем 64. И 64 умножаем на 2, получаем 128. Пункт В. 1, 3, 9. Здесь, чтобы следующее число получить, нужно предыдущее на 3 умножить. 1 умножаем на 3, получаем 3. 3 умножаем на 3, получаем 9. 9 умножаем на 3, получаем 27. 27 умножаем на 3, получаем 81. А 81 умножаем на 3, получаем 243. Пункт Г. 1, 4, 9, 16. Ну, вот здесь вот уже сложнее. Давайте просто разницу поищем. 1 и 4 разница 3, 4 и 9 разница 5, 9 и 6 разница 7. Смотрите, разница тут увеличивается на 2. Значит, между 16 и следующим числом будет разница 9. 9 плюс 16 будет 25. Разница следующая будет 11, то есть получаем 36. И разница на следующее будет 13, то есть получаем 49 число. Пункт D. 2, 5, 4, 8, 6, 11. Здесь вроде сначала вообще никакой не прослеживается закономерности. 2, 5, потом 4. А давайте через 1 на числа посмотрим. Вот 2, 4, 6. Тут вроде как каждое, вот если через 1 смотреть, то 2, 4, 6, потом 8 должно идти. А если на 5, 8 и 11, то разница между пятеркой и 8 – тройка, между 8 и 11 – тоже тройка. Дальше. После 11 должно идти число 8, потому что через одно число мы смотрим. Вот у нас было 6, дальше 8. После мы к 11 уже 3 прибавляем. Это получается 14. Двумя давайте чертами это подчеркнем, так как у нас, видите, одна черта, две черты, одна черта, две черты. Значит, следующее опять с одной будет чертой. А там, где у нас одна черта, разница была 2. Значит, следующее число 10. Вот такие числа у нас получились. И пункты Е. 1, 8, 27. 1 – это 1 в кубе. 8 – это 2 в кубе. 27 – это 3 в кубе. 4 в кубе – это 64. 5 в кубе – это 125. И 6 в кубе – это 216. Выполнили задание 818. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.